Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов, пожалуйста, храните Аню, и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Это территория Берегового Братства. Зайдешь, и мы с тобой поиграем. И ты сдохнешь, тысячи чертей. Да. Так что давай ноги в руки и топай в другую сторону. Понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали. Хватит с нас. Застал! Во-во! Топай! Прошло 2 месяца. За детьми так никто и не приехал. Выхин и Туча не вернулись. ГЭСовцы должны были довести их до райцентра, но... Похоже, надо было просто запретить им ехать. Но тогда я тоже все еще надеялся на эвакуацию. Хотя, какая там эвакуация, если по радио одни побеги. Помощи ждать нечего. А с другой стороны, нужна ли она нам эта помощь? Долина оказалась в стороне от ударов. Даже осадки нас не зацепили. По счетчику
Это еще. Что же? Что за? Вот, Николай. Вот и хорошо. Что? Это что? Нет, Николай. Ну, это лучше, чем хозяин. Интересно, сколько тут этих чужаков ходит? А то мало ли. И вообще, чего эти девчонки почти все у них? Несправедливо. Думаю, это прыгается. Чего тут так? Ну что, никого? Не, никого. Иди уже. Ладно, пойду дальше. Алёша, ответьте. Потеряли связь с вами. Что будет? И чего тут торчат? Делать нечего, что ли? Thank you.
О, смотри, а вот и второй. Я ж говорил, что тот не один был. Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Э, панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, осека моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты небось засал. Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все! Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умный и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не приел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Что, гад, выбрался? Ты молодец. От хозяина лес выйти не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак. Пожадничал я. Ну, стреляй. Или вали. Мне готовиться надо. Хозяин его одним ударом. Да и Женьку тоже, наверное. Пока ты не добежал, пока мы туда... Даже если не так, то что? Надо хоть тела отбить, а то скажешь, что струсили. Точно. Пошли скорее тогда. Пошли. Только как вы его проморгали-то? Да кто же хозяин? Он же умеет тихо ходить. Ну и отвлеклись мы. Там еще один чужак в ловушку попался. А Женька-пират орать начал, что вся добыча его. Ну или хотя бы ботинки. Еще один? А Ольга чего молчала? И с нами не пошла. Странно. Кстати, где он, чужак-то? Да там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Thank you.
Это у нас разведал. Хлятины какой-то несет, что ли? Пойду ополоснусь, пожалуй. И болотный лагерь мы точно удержим. Не ссыте, мямли. Еще раз скажешь, такой лоптон. Хватит угадаться. А чего он за пацанов погибших наезжает? Ладно, замяли. Вы пионеры облажали. Теперь придется на бой. Эй, наверху! Что-то есть, не видел? Так, посмотрим, что там такое. Так, не спеша. Кругом мука. Что такое? Шел бы трудиться, а тут просто время даром теряешь. Я свою смену отстоял. У меня свободное время теперь. Как хочу, так и трачу. Свободное время для отдыха, а ты вон как нажимаешься. А Крис, ты скоро. А тебе какое дело? Да мне-то никакого. Только ты хоть вовсе голос потеряй, она ни слова не скажет. Чего это? Вам даже ты говоришь, а?
Чужак, замри! Вот мы и снова встретились. Хотя ты, небось, не помнишь, кто тебя из воды вытащил. Меня, кстати, Олей зовут. Это не ты сейчас хозяину леса трепку задал? Охотники наши с ним давно не связываются, а ты его вон как отделал. Силен. Замок заржавел. Вот сволочь. Прости, учитель. Твой друг Леша уже на дамбе. Сказал, командир ваш ждать не будет, так что время... Прости, проводить не смогу. Сегодня на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд. Но без меня они и созывать совет не имели права. В общем, придется, как всегда, вправлять им мозги. Но пока у меня есть время рассказать, куда тебе дальше. До дамбы можно добраться только на лодке. А они все в лагере на болоте, у пиратов. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Кровь никому не нужна, так что просто не попадайся им на глаза. Иди по дороге до завала, спускайся к болоту и ищи пристань. Там и мы с Алешей лодку одолжили, прости, учитель, но остались еще, так что разберешься. Ну... Вот же принесла нелегкая на нашу голову. Чего принесла? Да ничего, а кого? Слышал, чужака пионера поймали. Ну, а чего он? Да сбежал! Ты черт с ним! Он просто не один. Ну и что? Никуда не денутся.
Ну, первый мужчина не денется, а второго кто-то не может, уходит. Жора, ты не знаешь, из наших кто-то сегодня в церковь ходил? Да вроде не ходил никто. А что такое? Ха, да стрельба там была, слышал? Я уже решил, что бандиты напали. Потом смотрю, деревья падают. Хозяина кто-то разозлил. Да, слышал. Но это точно не наши. У нас тут дураков нету. Ну, значит, чужак. Похоже, он. Как думаешь, кранты ему? Думаю, да. С хозяином шутки плохи, сам знаешь. Ага. Хоть бы поскорее смыться отсюда. А то ну его совсем. Весь лес, как свои пять пальцев. А тут не по себе. Да и кто это там? Непонятно. Ну-ка. Это что? Это еще? Это что там за тень такая? Что-то кажется в проходе. Ну, не могло же мне показаться. Именно тут выглядеть. Надо бы отсюда куда-то. А то либо хозяин, либо волки. Во!
там внизу. Что это? А? А в доме кто-то есть. Кто это там? Thank you.
дверь постучаться. Языка нету. Забыл, как учитель говорил. Вежливость. Вот что отличает нас от бандитов и других животных. Погоди, ты же не из наших. Бандит, что ли? Вроде не похож. Хотя кто у вас бандитов разберет? Сегодня одни, завтра другие. Я правильно говорю, Сеня? Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Отставить! Выбегайте, тут все свои. Так, о чем это? Ах, да, бандит. Что, валишь? Ну и вали. Тоже крыса, как и остальные. Все с корабля бегут. Пока идет ремонт путей, ребята ищут лекарства для Ани. Катя нашла название. Но это же...